Светлана Ерегина, Санкт-Петербург. Номер 205, Ольга Кутрова из Москвы. Я прошу спортсменов стать фронтально, пожалуйста, поставить ноги вместе, оценка пропорций. Напоминаю судьям, напоминаю зрителям, что эти участницы на сегодня являются лучшими по пропорциям, по качеству тела и являются образцом для подражания в российском фитнес-бикини. Поворот спиной к судьям, пожалуйста. Просьба встать спиной к судьям, ноги вместе, пожалуйста, спиной к судьям, ноги вместе, оценка пропорций. Ну что, первым поаплодируете, может быть, в конце концов. Поворот лицом к судьям, пожалуйста, просьба стать лицом к судьям. Мы начинаем сравнение в четырех поворотах. Поворот направо. Пожалуйста, поворот направо, левым боком к судьям. Поворот направо. Мучительный выбор предстоит судьям. Поворот лицом к судьям, пожалуйста. Итак, уважаемые судьи, да, просят поменять местами девушек. Итак, еще одно сравнение. Прошу встать фронтально, ноги вместе, поворот. Лицом к судьям, пожалуйста, лицом к судьям, ноги вместе. Ноги вместе. Поворот спиной к судьям, пожалуйста, спиной к судьям. Перестанешь, девушек, и картинка как-то меняется, да? Было хорошо, стало очень хорошо. Вот не знаешь, что было лучше. Поворот лицом к судьям. Сравнение в четырех поворотах. Поворот направо, пожалуйста. Левым боком к зрительному залу. Кто-то из зрителей может сказать, кто лучше, кто выигрывает? Или ваша жена все же лучше, дорогие друзья? Скажите ей, что она лучше, чем девушки, которые стоят на сцене. Поворот спиной к зрительному залу, пожалуйста. Я напоминаю, что это абсолютное первенство в номинации «Фитнес-бикини». Сильнейшие спортсменки, победительницы в своих ростовых категориях, оспаривают звание абсолютной чемпионки. Достаточно напряженная борьба. Поворот направо, пожалуйста, направо. Поворот лицом к судьям. И сейчас, уважаемые зрители, уважаемые судьи, минута свободного дефиле для вас. Мы прощаемся с нашими спортсменками, ждем решения судей. Давайте поаплодируем.
раз обращаю внимание уважаемых зрителей, что это лучшие на сегодня спортсменки в номинации «Фитнес-бикини». Спортсменки, которые были лучшими на чемпионатах мира, Арнольд Классик, покоряли Европу. И сегодня они здесь, в Перми. Давайте их поаплодируем. Это сильнейшие спортсменки мира. Они вновь побеждают. Нам очень приятно, что они здесь вместе с вами. По решению судей с результатом 17 баллов Оксана Артемова, номер 180, Санкт-Петербург. Я прошу подняться. Давайте поаплодируем Оксане. На третьем месте Юлия Панфилова, номер 162, Тюменская область. Юлия и Оксана набрали одинаковое количество баллов по 17. С результатом 10 баллов на втором месте сегодня Светлана Ерегина, номер 191 из Санкт-Петербурга. Побеждает в этой категории абсолютно большинство судейских голосов Ольга Путрова, номер 205 из Москвы. Поздравляем! Поздравляем, еще раз поздравляем. Участник спустится вниз. Еще раз поздравляем. Ваши аплодисменты. Еще раз поздравляем. Ольга Путрова, лучшая спортсменка фитнес-бикини в России.